Итак, друзья, всем добрый день, добрый вечер, дамы и господа, с вами снова Севен. Я хотел бы вам представить матч континентальной хоккейной лиги между командами Казанский Акбарс и Челябинский Трактор. Акбарс, друзья, находится на первой позиции в Восточной конференции, у команды 66 очков и проведено 42 игры. Что же касается Трактора, Трактор находится на шестой позиции также в Восточной конференции, у команды 50 очков после 42 игр. Акбарс, друзья, одержал уже 10-ю победу подряд и в последнем матче против московского «Динамо» также команда «Квартального» смогла одержать победу со счетом 2-1. Команда «Акбарс» победила. Хотя, смотря матч, я сам лично смотрел этот матч, там у москвичей однозначно были моменты для того, чтобы забросить не одну шайбу, но победа есть победа, «Акбарс» одержал 10-ю победу, как я уже и сказал. Трактор у себя дома очень неожиданно проиграл московскому «Спартаку» со счетом 6-2. И вот сейчас приехали в гости к лидеру Восточной конференции челябинцы. Роман Вилл будет в воротах Трактора и Адам Рейдеборн, который делал невероятные сейвы в матче с «Динамо», будет сегодня стоять в воротах казанского «Акбарса». Мы начинаем, друзья. Первое вбрасывание в центральном круге Полыгалов против Джастина Азеведа. Да, я прекрасно знаю, что Джастин сейчас не выступает уже за казанскую команду. Друзья, это будет последний матч для Джастина Азеведа в цветах казанского Акбарса. На многих камерах мы успели с вами, друзья, поиграть. И на камеры настоящие трансляции, камера лед и другие различные камеры. И вот я как раз таки остановился на камере лед. Мне так кажется, она больше всего подойдет для нас. Если вы считаете по-другому, напишите об этом в комментариях. У нас вбрасывание в зоне хозяев. Опять же, Джастин Азеведа против Полыгалова на вбрасывании. Хороший силовой прием от Дениса Зарипова. Гика входит в зону, передача не доходит здесь до Понтуса Оберга. И Оберг здесь правила, друзья, нарушает и на 2 минуты отправляется хоккеист Челябинского Трактора. И сейчас в большинстве поиграет хоккеист Акбарса. 2 минуты за подножку будет удален Понтус Оберг. Нарушение было как раз таки на Данисе Зарипове. И сразу Кормье, Петров и До Коста, такая тройка у Акбарса. Здесь шайба Бывайцев выбрасывает. До Коста, вход в зону от казанцев. Передача какая хорошая на пятак. И здесь Кормье не смог переиграть Романа Вилла. Викстранд здесь ошибается. И Кравцов может 1-0 практически убежать. Кравцов бросает. Не опасно для Рейдеборна. Педан. Петров. Под бросок здесь бросал До Коста. Еще один момент у казанцев возникает. Уже в равных составах играют команды. Удаление теперь будет в составе казанского Акбарса. Воронков также на 2 минуты за то же нарушение будет отправлен сейчас. Но 2 минуты для Акбарса вообще ничего не дали им. Опасных моментов практически не было. Там опасные моменты возникали уже, когда играли команды 5 на 5. А вот теперь у Трактора есть возможность отличиться в большинстве и открыть счет в нашем матче. Пилут, Седлок, неплохо. Полыгалов, Бейлин. Снова Полыгалов, отдать бы передачу, хорошая передача на Седлока, но здесь Викстранд. Ну и хорошо, здесь Рейдеборн тоже сыграл ловушкой. Так, Кормье, шайбу не получилось здесь выбросить, Седлок. Бейлин. Передача на Гику, бросок опять же не опасный получается, и выбрасывает шайбу казанцы. Полыгалов. Бросок поворотом, Рейдеборн. Найджел Доулас, Воронков. Альберт Ярулин, бросок поворотом, мимо. Створ не попадает. Защитник Акбарса. Основин. Теряет здесь шайбу Основин. Цепляет. Ну здесь прямо вот три раза уже Основин цеплял игрока Акбарса. И вот на третий раз все-таки рефери заметили. Ай, прошу прощения, это Седлок. А Седлок разве под 11 номером играет? Я вот что-то не помню. Ну да ладно, Лукаш Седлок у нас справляется на 2 минуты и очередное большинство у Акбарса. Вообще команда не играет практически в равных составах, одни удаления у нас в первом периоде. Азеведа выиграл брасни, Воронков, Ярулин, бросок по воротам, Вилл на месте. Воронков, Зарипа с острого угла. Найджел Доус бросает сам, подставление здесь от Даниса. Лукоянов. Ой, очень хорошо, здесь Джастина Азеведа вывели на бросок. Седлок. Огурцов наконец-таки бросает, но створ здесь не попадает. Гика еще один момент. В концовке периода создает Трактор и за 7-3. Пока у нас 0-0 в матче между Акбарсом и Трактором.
И, друзья, первый период у нас закончен. Пока в 0-0 в матче между Казанским Акбарсом и Челябинским Трактором. Друзья, давайте переходить к периоду под номером 2. 86 по броскам в пользу Казанского Акбарса. Ну, в принципе, это не удивительно. Два удаления было у челябинской команды. Поэтому, друзья, даже в первом периоде должны были реализовывать уже большинство казанской команды. У них моментов все-таки было побольше в первом периоде. Ярулин, Найджел Доус. Подбросок. Неплохо здесь вводили Даниса Зарипова. Ярулин. Педан. Зарипов. Найджел Доус не решает здесь бросать. Зарипов снова шайбой. Азиведа. Зарипов бросок в одно касание практически. У Зарипова больше всего моментов пока в этом матче. Так особо выделить некого пока. И до сих пор пока нет заброшенных шайб у нас в матче. Очень удивительно. Хотя три удаления было в матче уже, потому что в других матчах просто уже реализовывают такое количество удалений. Кормье в штангу попадает. И еще раз в штангу попадает здесь Кормье. Да, вот сейчас момент возник интересный. Здесь ошиблись челябинцы. Косов, Карпухин. Еще один бросок по воротам. Седлак уже здесь бросал по воротам Рейда Борна. Начали раскрываться команды. Возникают моменты. Петров, неплохо, Кормье. Вот подбросок до Кости. Неплохая позиция была у Докосна. Опять же, никого не было перед воротами Вилла. И он легко с этим броском справился. Ход в зону. Передача хорошая на Исаева. Исаев, ну как так? У защитника не так много моментов бывает вообще в карьере для того, чтобы вот так вот выйти 1-0. Исаев вот свой момент не реализовал. Гурцов, Исаев. Ошибается здесь Исаев и Галиев. 1-0 выходит. Галиев здесь как хорошо поработал, но, возможно, нужно было передачу все-таки отдать здесь. Снова Бурмистров. Передача на Дыняка. Ну вот еще один момент. Лазарев, вот можно убежать. Здесь отдать передачу, но сам решает бросать здесь Лазарев. Кравцов. Передача назад на Пилота. Бейлин. Бейлин щелкает поворотом. Мимо. Лукоянов. Передача хорошая на пятак. Ну как здесь Бурмистров не смог обработать шайбу. Так, друзья, у нас второй период тоже подходит к концу. И пока 0-0 матч между Казанским Акбарсом и Челябинским Трактором. До сих пор нет заброшенных шайб в этом матче. Очень удивительно. Хотя и были моменты у той и другой команды, но пока отличиться не получилось. Давайте, друзья, переходить к периоду под номером 3. 16-9 по броскам в пользу Казани. И по 6 вбрасываний каждая команда успела выиграть. Вот такие вот показатели у команд после двух периодов. Выигрывает вбрасывание Трактор, Зарипов. Но если так откровенно говорить, то, конечно, у казанцев поинтереснее были моменты. Азиведа, ну вот еще один момент. Джастин, Педан, неплохо. Зарипов. Зарипов, он не на своей позиции сейчас находится. Азиведа. Педан, как легко ушел. Педан, бросок поворотом. Пилот. Очень долго здесь думал Пилот. Но ждал партнеров по команде. Ход в зону. До Коста передача. Ну вот, первая заброшенная шайба в нашем матче. И угадайте, кто эту шайбу, друзья, у нас забивает. Джастин Азиведа, игрок, который уже покинул казанскую команду. Но это последний матч у него здесь, в НХЛ-20 для казанского Акбарса. Здесь до Коста хорошо прошел. И вот здесь аж три игрока было казанского Акбарса. Здесь Зарипов мог бросить, в принципе. Открывает счет казанцев в матче. И, в принципе, это вполне себе логично. Было напряжение возле ворот Вилла. Викстранд. Неплохо. Кормье. Можно убегать. Не получается у Кормье. Может, у Викстранда получится бросить хорошо. В принципе, получается. У Викстранда хороший бросок. Но, как мы видим, Вилл справляется с ним. Обратная атака Косов. Передача хорошая. Седлак. Почему не бросаем? И челябинцы. Очень мало бросков по воротам Рейдборна. Входит в зону Тихонов. Передача на Галиева. Галиева бросок не получается. 7 минут до конца, друзья, третьего периода. До сих пор 1-0 всего лишь ведет команда из Казани. Очень такое скользкое преимущество. Но моментов вообще нет у Челябинска. Сколько я смотрю, вот моментов нет. У Акбарса возникают кое-какие, но тоже не особо опасные. За исключением, конечно, заброшенной шайбы. Хороший вход. Но здесь очень много игроков Челябинска. Хорошая передача на Хенкеля. Хенкель щелкает. И Дыняк здесь уже
Отыгран был Роман Вилл, и здесь практически пустые ворота не попал. Еще один силовой прием на Полагалове. О, очень мощный. Это был Данис Зарипов, между прочим. Передача снова на пятак. В принципе, хорошая Даника, но опять же там навязывает борьбу игрока Макбарса, и просто тяжело ее замкнуть. Очень много защитников контролирует игроков Акбарса. Вот показ на повтор силового приема Зарипова. Не знаю, в реале Зарипов когда вообще последний раз силовой прием ты делал? Я вот, честно, даже не припомню. 54 секунды осталось до конца матча, и вообще никаких предпосылок пока я не вижу для того, чтобы трактор забросил. Педан, щелчок по воротам, ловушка играет Вилл. Ну и Вилл сейчас, судя по всему, побежит, наверное, на лавку, но для этого нужно шайбу забрать у Акбарса. А это не так-то и легко и сделать здесь. Понтус Оберг, ну сняли голкипера, а дальше-то что? Точно не таким броском нужно было пробовать пробить Рейда Борна. Ну вот, какой-то момент возникает, Оберг. Неплохой бросок, но створ опять же не попадает в кисты Челябинска. Педан, ну пустые ворота здесь очень легко забрасывает. Я на самом деле на одну секунду даже забыл, что голкипера-то, оказывается, и нет у Челябинска. И, друзья, 2-0 увеличивает преимущество казанский Акбарс и, наверное, ставит точку в этом матче. Но если, конечно, сейчас челябинцы снова не попробуют снять голкипера. Ну и Педан зарабатывает очередное очко. Свою копилку. Звучит очень странно, но по-другому я сказать не могу. Но здесь 20 секунд еще есть, 19. Казанский Акбарс, друзья, одерживает победу. Очередную победу, 11-ю победу в регулярном чемпионате одерживают они как раз-таки над Челябинским трактором. Со счетом 2-0 поздравляем всех болельщиков Казанского Акбарса с этой победой. Если вдруг еще не подписан на мой канал, то обязательно прямо сейчас это сделай. Поставь лайк, лепи топовый комментарий. Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Увидимся с тобой в новых матчах континентальной хоккейной лиги. Пока-пока.